Сейчас Андрей вам подойдет. Вы кто? Васильев, объясните нахождение этой гражданки. Она является сотрудником МУПа. Я сам не сотрудник. Она является сотрудником МУПа. Мы сейчас говорим о комиссии. На каком основании находится? На каком основании находится здесь данная гражданка? На каком основании? На каком основании вы ее привлекли? Мы не против, чтобы она присутствовала во время осмотра. Я не понял, почему вы считаете, что могут быть договорные обязательства? Продемонстрируйте договорные обязательства. Я вам ничего не должна демонстрировать. Выйдите, пожалуйста. Объясните, вы на каком основании вы препятствуете депутату осуществлять? Мы вам не препятствуем. Здесь сегодня работает конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии определен. Что происходит? Состав комиссии. Почему препятствуют депутатам? Каким депутатам? Вам? Да, я. Вы член комиссии? Нет. И что, депутат вправе участвовать в любых общественных работах? Покажите. Документы есть? Где это? Продемонстрируйте. Вот. А вы кто? Вы кто? Я должен отчитываться. Ну, вы спрашиваете, кто я. Я спрашиваю, кто вы. Вы хотите принимать участие? Да, я хочу смотреть, как все происходит. На основании. Представитель комиссии есть у нас, да? От депутатов. Представитель комиссии есть у нас? Я не знаю, что вы имеете в виду под представителем комиссии. Нестеренко. Если вы имеете в виду представителя депутатского корпуса в комиссии, то это Нестеренко. Да, Нестеренко. Ухта есть. Этого, мне кажется, достаточно для работы комиссии, которая является... По вашему мнению, как это происходит? Я имею право присутствовать на любых общественно важных мероприятиях. Я сейчас с нарядом полиции все равно сюда зайду. И в отношении Васильева будет составляться протокол. Что потом, в последующие, будет ставиться вопрос о том, как такому человеку вообще могли доверить управление муниципальным образованием. У вас есть обязанные права, везде присутствуют. Да. Да? Да. Покажите мне. Да, в любой комиссии депутат имеет право принимать участие совещательным голосом. Да. В работе любой комиссии. В любой комиссии? Да. Любой, абсолютно. Я думаю, что нет препятствий. Пожалуйста, проходите. А с телефоном кто? Помощник, помощник пусть останется, депутат сам пусть снимает. Нет, это помощник другого депутата, это помощник районного депутата. Так достаточно вашего камеры, наверное. Ну, может, недостаточно. Я для себя снимаю, она для себя снимает. Если вот где у нас представители СМИ аккредитованные, да, все. Я представитель перевозчика. И что? Территория вам принадлежит? Чего вы что храните? Что вы себе позволяете? Да что значит, что вы себе позволяете? Вы какой-то конфликт с ровного места сделали. Там поизрисовали все автобусы. Чего? До этого на осмотре. Кто подрисовал? Что? Кто ходил там? Да вы серьезно? Там посторонний какой-то, я не знаю, вот это кто. Нет, конечно, мы сезон председателя комиссии. Нет, это да. Здравствуйте, Иван Николаевич. Иван Николаевич, здравствуйте. Вот это кто? Вы кто? Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы хотели? Вы меня не знаете? Нет, я знаю. Ну, что вы хотите? Присутствовать, посмотреть. Работает как-то? Телефон не видите? Вы никакого отношения к этому не имеете? Вы? Гражданец, смотрите. Есть комиссия, состав которой вы считаете свои права нарушенными, если вы считаете не используйте свои полномочия так вызывающие. Я вас вправе обжаловать мои умственные центры с таким особенным законом приходите 11 часа. Какого дня? Сегодня какого дня? Так, давайте.